поешь эту версию? Да! Ну, пожалуйста! Да вы что? Ну, все про! Ну, хотя бы немножко! Я реально немножко в шоке. Может, я обниму? Не обнимайтесь. Знаешь что? Для меня это челлендж тоже. Чтобы я посмотрел на мою песню с глубокой стороны, с философской стороны. Давайте. Это интересно. Спасибо тебе огромное. Вау. Не, можно было не останавливаться, это можно слушать.